Проверка на балансировочном станке дисков EuroTech. Диск номер один. Абсолютно ровные, без биений, восьмерок, искривлений и прочего. Диски облегченные, имеют низкий вес. Диск номер два. Тоже, как видно на видео, абсолютно ровный, без искривлений, биений и восьмерок. Ставим отметку. Диск номер три. Как видно на видео, в идеальном состоянии. Последний, четвертый диск. Как мы видим, тоже абсолютно ровный, без каких-либо повреждений.